Так. А называется? Сейчас мы попадем в одно место. Да, называется? Сад дружбы. Сад? Сад дружбы. Сад дружбы – это подарок побратима города Санкт-Петербурга, Шанхая. Его заложили в 2003, кажется, году. Вот этот сад дружбы. Все, что здесь растет, камни привезены из... Ну, да что ты! Да, да, из озера, Тайпе какое-то или какое-то. Мы сейчас туда зайдем. Специальная беседочка. Вот это называется сад дружбы. Заложили все материалы. Все привезли из Шанхая. И там стена драконов. Дракон священная. Вон она. Ага. Дракон священная, ну, животное китайское, да? Вот где это... дракон? Вот они. 9 тут, по-моему, драконов изображено разных. И вот это вот. Да, и вот там, видишь, вот эта пагода, это все. Это вот это садик дружбы называется. И вот эти все материалы, все. Пойдемте сразу к дракону. А все материалы, все это привезено было из Шанхая, когда закладывался этот сад. Где-то тут беседочка для медитации. Вот дракон, каждый своего разного цвета. По-моему, 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, это священное животное. Да. Что-то ему тут уже поотбивали немножко. Священному животному даже брови отбили. Да что ж такое-то? Из каких камушков сделано, посмотрите. Это все привезено из Шанхая. Даже камушки? Да, вот этот ракушек. Нет, это не ракушек. Это камушки просто, а все длинненькие. А вот эти камни, мы им потом подойдем на обратную пути. Дерево в шишечках. Так, продолжаем. Как здорово. Все продумано, все с такой любовью. Беседка для медитаций. Да, это беседка для медитации. Голубь медитирует. Вот надо водить там здесь медитировать-то? Где беседка-то сама? Встань! Ира, встань! Давай мы тебя! Давай мы тебя! Нет, я, конечно, мне так нравится, конечно, выбрали место на сам выход на Литейный проспект, беседка для медитации. Да? Но это уже сильные йоги могут отвлечься от шума и начать медитировать. Отвлечься от всего, что тут вокруг. Ну, в общем, как-то интересно, почему я сам вот эту дружбу, причем... А здесь не холодно медитировать? Я сейчас попробую. Нет, холодно медитировать, конечно. Однако. Тут надо что-то подкладывать. А что такой маленький стол? Это не стол, а барабан. Ну, почему же он барабан? Тум-тум. Это не стол, сюда надо просто свечечку ставишь, медитируешь. Только дай я сфотографирую вот так. Нет. А, и деревья. Все деревья тоже ложатся. Тут даже где-то сакура. А, сакура? Да, где-то есть. Это была маленькая. А здесь был стол? Диаметр были. Видите, остатки клея еще есть. А-а-а. Были столешницы полированные. Скажите, а вы не знаете, где сакура здесь? А? Сакура где? Какое дерево из этих сахаров? Как бы вишня. А вы знаете... Ой, на меня что-то капнуло. С провода. А вы знаете, когда строили этот самый, китайцы, я здесь уже много лет живу, строители еще, они рассказали, как вот, чтобы удача была.
Как надо, чтобы удача никто была? Никто не знает, мало кто знает. Ну а вы нам отдайте, отдайте секрет. Пойдемте, расскажу. Расскажите нам секрет, как надо. Секретная практика. Уже построен 500-летний, ему уже там в 78-м или 82-м, или какой-то такой. Так, дай-ка мне. Это мужской лев. Там женский лев. Это мужской лев. Нет, сюда мужчины. Откуда вы знаете? Сюда мужчины. А сюда должны подходить мужчины. Да. А туда женщины должны. Мужчины что делают? Подожди, подожди. Он мужчина, пусть объяснит у своего льва. Согласны? Да ну ладно, старому на доширак подгоните. На доширак? Ложит стоит доширак? Правую руку на лоб, а левой надо пошевелить между клыками. А женщина симметрично наоборот, левую, а правую пошевелить. Надо левую? Так. И в это время загадать желание, тогда оно сбудется. Это чисто строители китайские мне рассказали. Так, подожди, какой рукой женщины, женского льда? Льва надо. Какой рукой надо женского льва? На лоб и загадать желание, повторяю, крутить между зубами. Левую на лоб, правой вот так вот крутить. Правой, а левую на лоб. Так, Наталья, давай, начинай. Левую на лоб, а правый шарик вот там. Загадать желание. Да. Следующий пошел. Так. Тут было 400 лет, они все были вот. Так, левую сюда. И равно правая сюда. Да. Подожди, мне нужно все-таки за секрет немножко заспонсировать. Да. Ты у нас как раз мелочь у тебя осталась. Да. Там, рублей 30-40. Да, я тоже думаю. Поколение какого-нибудь там 14 века. Там. 10, 20. И мне хорошо. 30 лет. Тяп-ляп. Ира, я снимаю все. Короче, вот 35 рублей хватит за секрет китайский, как ты думаешь? Или надо брать по-взрослому? Не, давай еще 5 рублей добавь и все. Не, подожди, я лучше десятками красивыми. Все, я нашла. Раз, два, три. Секреты покупаем. Мы хотим купить секрет. А, ты уже отдала? Ничего, я хочу вложить свою долю в китайский секрет. Можно? Да, да, да. 50 рублей хватит за секрет. Спасибо вам. Никому не... Хорошо. Нет. Мы такие люди, что мы никому не скажем. Спасибо вам. Так, отдай мне турку мою. Я доверила на время. Камера, турка. Так, только никак. Люди, никому не рассказывайте секрет. Секретный секрет китайский. Молодец. Ну и сейчас он уже. Он же не вымогал. Да. Он сказал, что. Это так. Нормально. Если бы не дали, он бы и не расстроился, может, сильно-то. А слушай, подожди, ты не поняли, что там живет. Да. Да. Как интересно. Конечно, да я не могу. Идем варить кофе. Гадать. Я говорю, на старости лет сядем на скамеечке, будем тоже продавать секрет лет через 30, 40, 50. Она говорит, нет, мы твою турку достанем и будем варить кофе. Гадать на кофе и на картах. Так, эти, пожалуй, тоже тут секрет продают. Какие камушки? Неужели все камни оттуда привезены? Да, все камни привезены. А здесь, наверное, водопадик летом, да? Да? Как здорово! Стойка с пакетами для уборки за собаками. Муниципальное образование.
Питейный округ. Хозяин, сделаем Санкт-Петербург чище. Не убрать? Просто стыдно. И вот на пакетике нарисованы собачки. И написано, как вообще это делается, как оно должно убираться. Прекрасно, молодцы. Народ гармонизируется, смотрю, в китайском садике медитирует. Колдырит, в общем.